у вас возникали вопросы, что можно еще делать с кареткой КА-83-00, на самом деле можно делать огромное множество чего, в том числе переносить резинку 1:1, что мы сейчас с вами и сделаем. Рычажок нижний опущен. В опущенном положении он переносит все петли, которые, иглы которых находятся выше, чем этот рычаг. И сейчас мы именно это с вами и сделаем. Кроме того, с помощью этой каретки можно вязать огромное множество узоров, что мы с вами и продолжим делать в наших последующих видео. Прежде чем переносить, нам обязательно с вами нужно, естественно, поднять иглы на верхней игольнице, желательно перенести первую и последнюю петли. Переносим их вручную. Беремся твердыми нашими женскими ручками за две ручки каретки и приступаем. Если вы собираетесь вязать далее просто гладью, для этого совсем не обязательно менять плечо на каретке. Можно вязать гладью и просто присоединив снова нижнюю игольницу. Кроме того, знаете ли вы о том, что вот эти небольшие фиксаторы, которые идут в комплекте к вашим машинам, очень удобно и нужно использовать. И тогда вы с легкостью можете вязать, например, гладь, используя двухфантурное плечо. И в этом случае ваши краевые петли верхней игольницы никогда не будут слетать. И теперь я могу закончить свой свитер до конца.